Бакыт Урмукеев приехал из южной столицы. На этом туристическом форуме он привез с собой кыргызский народный инструмент чупо, который изготавливается из глины. С 1980 года он создает музыкальные инструменты и сам же на них играет. По его словам, с каждым годом туристы все больше интересуются именно игрой на чупо. Оказывается, многие не знают, что такое чупо. Особенно этому инструменту удивляются туристы. Они всегда просят показать, как я его изготавливаю. Иногда учу их играть. Этот инструмент можно делать еще с песка, но он менее прочный. В международном туристическом форуме также представлены турпродукты с элементами кочевой культуры – салбурон, кыргызская кухня и ремесла. Также установлены юрты, в которых туркомпании представили свои блюда. Данный форум проводится агентством США по международному развитию. Кыргызстан – это страна туризма. Здесь очень много красивых мест, красивые обычаи, традиции и кухня вкусная. Данный форум собрал более 200 представителей туристических организаций со всей страны, чтобы помочь найти партнеров в странах Центральной Азии. В форуме гостям представилась возможность попробовать кулинарный тур с такими блюдами, как бешбармак, плов, ашлямфо и борсоки. В свою очередь, директор департамента туризма Азамат Джаманкулов отметил, что туризм в Кыргызстане с каждым годом развивается. Так, только в прошлом году нашу страну посетили 4,5 миллиона туристов. Каждый месяц почти появляются новые продукты, появляются новые компании, новые отели, новые услуги. И нам бы хотелось бы хотя бы в год один раз все вместе собраться и увидеть, что у нас появилось на рынке и как продвижение идет, какие новшества, какие новые продукты появляются. Каждый год вот в начале летнего туристического сезона собирать всех и надеюсь, что этот форум станет ежегодным. Форум продлится 2 дня. Второй день будет посвящен мастер-классам и встречам с потенциальными партнерами. Международные эксперты по туризму расскажут о маркетинге в социальных сетях, предоставлении услуг клиентам и продвижении уникальных туристических продуктов Кыргызстана на международных рынках. Гульден Руматқызы, Калыс Акибаев, Нью-ТВ.